Всем приветки, ребятки. Ребятки, привет. Всем приветки, ребятки. Ну что, успели соскучиться? Давно не было видосов. Вы должны меня понять. Я стараюсь делать только качественный контент. Плюс у меня еще ученики, плюс проекты. И, конечно же, мне тяжело все успевать. Но я вас не забываю. И очень часто начали приходить комментарии, когда же новый видос. И для меня это уже прям, ух, успех. А обязательно подписывайтесь сейчас, если еще не подписаны. И только первый раз видите меня. Тема у нас сегодня для видео следующее. Мы будем создавать с нуля транзишены в различных кадрах. Короткие, скайфайные, воздушные, гличевые и так далее. Это, скажем так, частый нужный спецэффект, звуковой спецэффект, который используют ребята, которые занимаются видео, там, моушн-дизайнеры, видеографы и так далее. И я думаю, это будет полезное для них видео, да и в целом для саунд-дизайнеров как бы. Предлагаю немножечко посмотреть референсы, разобраться вообще, в каких местах они уместные, в каком стиле они бывают. Уже хотя назвал несколько, да. В любом случае, даже такой элементарный звуковой эффект необходимо вставлять с умом и создавать с нуля с умом. Ребята, которые не умеют создавать их с нуля, они, конечно, пользуются библиотеками, и, в принципе, наверное, это самое оптимальное и быстрое, что можно придумать, но чтобы немножечко разнообразить и придать какой-то стилизованности, я предлагаю как раз-таки попробовать все это на практике вместе со мной и, может быть, взять на заметку как раз-таки в своей работе вот несколько советов. Ну что, мы в проектике, если углубляться, что же такое транзишн? Транзишн — это обычный переход, он на самом деле может быть из всего, что угодно. То есть это могут быть какие-то шумы, это могут быть ветерочек, какие-то щелчки, скайфайные штучки и так далее. Поэтому мы сегодня попробуем сделать различные звучки. У меня есть всякие фактурки, которые я сейчас записал и покажу, как я это делал. Первый один из, к примеру, это моя вылазка на запись трафика, вот так это было. Так, слушаем, что у нас получилось. Ну, в общем, обычный городской трафик. Что мы можем из этого сделать? Мы можем обрезать элементарно какой-нибудь кусочек, сразу сделать фейдики, повесим компрессор, чтобы это все явно читалось. Немножко сапчики подожмем. Можно поиграться сразу же с стереобазой. А если прописать автоматизацию на стереобазе, получится скайфайный уже переход. Включаем сплит, сделаем стрейчинг покороче, чтобы у нас был короткий. Теперь поиграем с пространством. Первый готов. О, отлично, тоже еще один звучок можно сделать, если сделать, опять же, короткий какой-нибудь. У нас есть тональный, присутствует тональный звук, я слышу. Опять же, фейдики, у нас же транзишены, переходики. Обожаю Валхалу. А еще можно, знаете, как сделать? Повесить его сюда. И получить просто элементарный длинный переход. А еще можно сделать ресэмплинг. Очень длинный хвост, наверное, правда, он запишет, но ничего. Сделать коротенький. Сохраняем. Короче, как вы уже поняли из этого ролика, то есть это бесконечная игра с обработкой, которая создает разный характер. Можно вообще еще сжать и посмотреть, что будет.
И будет элементарный легкий вуш. Кстати, вуш, грубо говоря, один из транзишенов, который можно, соответственно, сделать из любого предмета, махнув перед микрофоном, либо записать ртом посредством. Вот, это самое такое элементарное. И очень часто тоже используются просто вуши именно в транзишенах. Что если нам нужно какое-нибудь скайфайное звучание? Короткий переход какой-то механический, к примеру, в сценке с гличевым каким-то эффектом, да? Либо просто в переходе коротенький, но в механике, в механик стиле, скажем так, на логотипе и так далее. Я записал мой любимый магнитофон, вот так это было. Чтобы создать некоторые скайфайные транзишены, я попробую использовать видеомагнитофон, который вы уже видели в предыдущих роликах. И здесь очень классные характерные звуки, которые подходят для различных таких сборных, скажем так, переходов. Они больше подходят для логотипов, но тем не менее это транзишены. Вот, давайте запишем и попробуем это все сделать в проекте. Что по итогу у нас получилось? Вот такие вот различные сэмплики. Я бы еще добавил вот такой вот сэмплик. Вешаем на еще, добавляем вот один слой и вешаем Delay Designer, чтобы создать такой эффектик повторения. Да, вот именно он нам и нужен. Лишнее. Вот один из мягеньких. Очень часто бывают такие переходики технические, маленькие, легенькие. Не нужно Cinematic сабов, там, знаете, таких трансформер звуков. Кстати, кто не видел видос про трансформер звуки, вот можно посмотреть его здесь, где-то там подсказочка вылезет. Вот, можно повесить еще на тональный звук, который у нас получился, элементарного питча. А можно сделать из него соответствующий саб. И уже по-другому у нас звучит, как видите. Повесить немножечко пространства обязательно на тональный, опять же, Valhalla той. И все, это уже совершенно другого характера звук. Мы теперь можем сделать что? Давайте попробуем воздушный какой-нибудь сделать транзишн, либо дроновый. Дроновый долгий. Что для этого нам нужно? Мы можем опять же из текстуры эмбиенса сделать. Это запись в машине я делал. И повесим опять же Space Designer. И здесь Warped Effect, там есть отличный дрон, пресеты дроновые, которые... создают нам характерные звучания. И здесь мы можем наделать все, что угодно. Если у вас будет в основе, к примеру, какое-то тональное звучание, может быть, это скрип, может быть, металлическое звучание, стук, он даже из короткого звука может сделать длинное вот это дроновое звучание. Ну, давайте вот этот тональный тоже сохраним. Transition.
теперь еще знаете, что сделаем? Кроме него повесим Grain Pitch поверх и кинем, к примеру, Blurry Vision. И теперь у нас получается сабовый такой вот транзишн, глубокий, на, к примеру, переход от, ну, какой-то, не знаю, появился на что-то, да, в картине, да, к примеру, какой-то объект страшный, и главный герой смотрит на него, и он понимает, что он сейчас обсикается, потому что перед ним стоит черный-черный-черный силуэт в черном-черном доме, и он такой, ё-моё, вот это я влип. Так, чтобы вам еще показать, ну, как делать в уши там, давайте попробуем подключить синтез. Синтезный, замечательный наш синтезный, к примеру, фейсплант, к примеру, синтезный транзишн. Что мы можем сделать? Элементарный, повесить noise генератор, либо аналог какой-то. Low-фильтр, и куда мы его кинем? Понятное дело, мы его можем кинуть куда угодно. Давайте попробуем на гейн для начала. Реверочек. Чтобы сделать его еще характерным, мы можем повесить тот же, ту же какую-то синусоиду. Повесим LFO. Этот же LFO вешаем на pitch shifter. Один из моих еще, кстати, любимых приемов – это реверс. Мы можем просто-напросто взять любой звук, к примеру, Crash Glass, там, да, металлический какой-то импакт, любой импакт, и его, соответственно, верснуть и получить такой вот классный эффект. Тут даже, в принципе, фейда не нужно. Уже интересное тоже звучание. Это такой более синематик. А в любом транзишене можно делать еще импакты подмешивать. То есть делать многослойный крутой саунд. То есть, в общем, здесь полет фантазий очень-очень большой. Вот. Ссылочка на скачку будет из того, что я сделал. Вот этот тоже звук сохраню. Будет в описании, обязательно подписывайся, тогда будет больше-больше видосов, больше полезных всяких звуков. Ставь лайк и комментарий, чтобы видео было в топе. Спасибо, что досмотрел до конца, я надеюсь, это видео было полезно. Если ты, конечно же, еще не подписан, обязательно подписывайся, ставь колокольчик, бздынь-бздонь, и тогда будут еще чаще выходить видосы. И, кстати говоря, в моем паблике ВКонтакте я часто делаю посты, где спрашиваю ребят о интересующей их теме для следующего видоса. И если ты хочешь поучаствовать, обязательно подписывайся, следи за новостями и участвуй в комментариях. Вот. Все, всем пока, до скорых встреч.